Политика Путина нам очень, простому народу, очень нравится. И какие поправки он делает, сейчас будет вот утверждать, вернее. Мы согласны. И в 2024 году будут выборы президента. Мы хотим, чтобы он опять стал, потому что кроме как он заботится о народе, никто еще так не заботился. Так что мы надеемся, что он опять у нас будет баллотироваться и пройдет в президенты. Большое ему спасибо.